Чтобы не попадать сразу, скажем так, будучи чьим-то родственником, в какой-то высокий орган без соответствующей подготовки, без соответствующего опыта, а именно начать с этой полевой работы, и можно даже, скажем так, не избраться, можно проиграть выборы, потом еще раз попытаться. На самом деле, вот у меня так и получалось, что где-то выборы мне не хватило. Первые мои выборы я мог уже выиграть, потому что мне не хватило там 40 голосов буквально. И сейчас, например, я понимаю, как я бы компенсировал эти 40 голосов до сегодняшний день. Но тогда еще не было такого опыта, и, конечно же,